Я думаю, что вы все видели вот тот комментарий, который предшествовал моему посту, да, которым я объявила про этот эфир. Комментарий, в котором женщина сказала, что она завидует моей силе воли, что я умею якобы там целый месяц питаться одними овощами, а что на нее нападает жор, и она не может никак его преодолеть, и она не знает, что с ним делать, с этим жором. И поэтому я вот, мне, понимаете, если бы это был единственный комментарий за всю мою практику, я бы, наверное, это проигнорировала. Но, к сожалению, к моему большому сожалению и к моей большой грусти, это очень частая такая тема, что люди присылают вот такие сообщения и дико завидуют моей силе воли, что я там якобы за всех сил держусь, за какие-то там овощи, за какое-то там здоровое питание, и поэтому у меня все получается. Ребята, я хочу это опровергнуть. Это вообще не так. Это ни разу не так, как говорят, да? Это даже нету маленькой доли истины нет в этих словах, что для того, чтобы следовать здоровому питанию, нужно иметь силу воли. Нет, нет, нет и еще раз нет. Здесь это не работает. Вот я плавно из этой темы, да, почему не работает сила воли, я плавно перейду к теме, как справиться с жором, и вы поймете, какая здесь взаимосвязь. Она очень прямая. Смотрите, я всегда призываю всех рассуждать логически. Давайте заставим шевелиться наш мозг и спросим себя, зададим себе вопрос. Когда человек кушает, когда человек употребляет что-то в пищу, то есть что-то кладет внутрь себя, как вы думаете, какая главная эмоция должна быть при этом священном процессе? Какая главная эмоция? Я думаю, что вряд ли здесь будет эмоция, должна быть эмоция отвращения, преодоления себя, включение какой-то там пресловутой силы воли или дисциплины, или осознание того, что это надо съесть. Быстрее всего, и это 100%, я считаю, истина, что когда мы что-то кладем внутрь себя, прежде всего мы должны испытывать удовольствие, кайф, наслаждение, удовлетворение, насыщение, называйте как хотите. Но мы должны испытывать удовольствие. Причем здесь сила воли? Если человек применяет силу воли для того, чтобы что-то съесть, то совершенно очевидно, что он нарушает естественный процесс поглощения пищи. И вот сейчас я произнесла слово «естественное». Потому что в моем понимании, и старенькие подписчики это уже знают, здоровое питание, по-настоящему здоровое питание, это именно естественное питание. Что такое, что означает слово «естественное»? Тут даже и объяснять не нужно, потому что это всем понятно, что естественное – это само собой разумеющееся, да? Это то, что предопределено, это то, что должно быть именно так и никак иначе. То есть, если для человека кушать что-то – это естественный процесс, то будет очень естественным, если человек при употреблении вот естественной пищи получает естественные эмоции, удовольствие. То есть вот в этом, мне кажется, заключена очень большая логика. Здесь очень все понятно. И с божественной точки зрения здесь все очень справедливо. Ну, я думаю, что со мной спорить никто не будет. Если же предложить такую гипотезу, да, такую ситуацию, что я, вот я, например, да, я решила там оздоровить свое питание, и я села на овощи на целый месяц. И вот я целый месяц ем овощи. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что ни один современный человек, ну, за редким исключением, какие-то очень продвинутые в питании, очень далеко
спрогрессировавшие люди, да, в становлении своего питания, их очень мало. Но на самом деле ни один, вот из вас точно ни один, не сможет целый месяц жить только на овощах. Ну, и тем более на сырых овощах. Почему? Вот давайте разберемся с этим. Что такое овощи? Овощи – это растения, которые имеют грубую клетчатку. Я подчеркиваю, грубую. Особенно прошу обратить внимание на этот факт моих новеньких подписчиков, потому что старенькие уже знают, что помидоры, например, и огурцы не относятся к овощам, потому что не имеют грубой клетчатки. А почему они лежат в разделе овощи, на витрине овощи, в магните или в пятерочке? Это просто потому, что директор магазина считает, что это овощи. Но это не означает, что это правильно. Итак, овощи – это растения, которые имеют грубую клетчатку. Это надземная часть растения или его листья. И это подземная часть растения – это корнеплоды. То есть это всем известные всякие виды капусты, это всякие морковки, свеклы, сельдерей там и так далее. То есть вот это именно та пища, которую надо жевать. Да? То есть если, например, помидор мы возьмем в рот, его жевать почти не надо. Он прям раз и все, и туда упал. А вот капусту приходится жевать. Короче, все, что нужно жевать, пережевывать, это вот и есть овощи. И вот теперь смотрите, ключевой момент. Почему нельзя сидеть на одних овощах целый месяц? Дело в том, что овощ, ну скажем, капустный лист, да, он практически весь состоит из клетчатки. И немного содержится в нем сока. Это все, из чего состоит капустный лист. Клетчатка и сок. На питание человеку, непосредственно вот нам на питание, да, нам на получение питательных веществ, идет только сок. Много ли вы сока выжмете из капустного листа? Вряд ли. То есть вот это количество сока небольшое, которое можно выдавить из капустного листа, идет нам на питание, на получение питательных полезных веществ. А куда же идет остальное? Вот это вот грубое волокно, вот эти вот нити, да, из которых соткан капустный лист, куда он идет? А он идет на корм нашим бактериям, которые живут в кишечнике. Дело в том, что человеческий организм, его пищеварительная система не умеет питаться клетчаткой. Мы ее не можем расщепить, мы не можем взять из нее никаких питательных веществ. Ноль. В клетчатке ноль питательных веществ. Ими питаются бактерии. А вот бактерии как раз очень хорошо умеют расправляться с клетчаткой. Они просто буквально делают из нее мочалку, они ею питаются, и потом она в переваренном виде выходит наружу, в переваренном бактериями. Заметьте, не вашим кишечником, а вашими бактериями. Так вот, делаем вывод. Если вы целый месяц питаетесь капустными листьями, там, морковью, много ли вы получаете питательных веществ? Нет. Мало. Много питательных веществ получает ваша микрофлора. Но если у вас там все отлажено в кишечнике, а это редко у кого бывает, ваша микрофлора справится с ней. А если у вас там черти что, и у вас там больше патогенные микрофлоры, то даже микрофлора не справится с таким количеством клетчатки, и у вас начнутся процессы, которые доставляют дискомфорт. Вздутие, там, да, вот эти газы, метеоризм, вплоть там до тошноты и прочего, прочего. Вот что такое заблуждение в отношении того, что ну, можно и нужно месяц сидеть на овощах. Месяц сидеть на овощах – это значит просто за месяц не добрать сильно в питательных веществах, обозлиться на весь белый свет, испортить себе всю ситуацию в кишечнике, быть злым, голодным и не получить никакого результата. Поэтому, конечно же, этот комментатор был неправ, и если даже предположить, что очень сильно стараться питаться овощами целый месяц, то здесь вот точно нужно было бы приложить силу воли. А как я уже сказала ранее, что если мы прикладываем силу воли, то это питание такое не является естественным, не является здоровым и приносит человеку только одни лишь ущербы. И вот как раз самый главный ущерб
при таком питании, когда мы что-то превозмогаем, когда мы себя заставляем что-то есть, да, якобы здоровое. Вот ущерб заключается в том, что когда мы некоторое время заставляем себя есть то, что нам не хочется, оно вызывает, да, вот такое поведение, вызывает усиленный жор, или, как мы говорим, срыв, или переедание, обжорство, называйте как хотите. Вот что способствует жору. Именно то, что человек пытается себя ограничить в чем-то, что-то резко изменить в своем питании и проявляет силу воли. Вот о чем я говорила, что я имела в виду, когда говорила, что эти вот понятия очень взаимосвязаны. Таким образом, я хочу вас призвать, чтобы каждый раз, когда вы, у вас в голове рождается попытка сделать свой рацион более здоровым, не пытайтесь сделать его радикально здоровым. Не пытайтесь сделать так, чтобы он состоял только из здоровых продуктов сразу. Вы не сможете это сделать. А почему не сможете? Вот давайте, то есть вы получите ущербы, да, у вас будут срывы, жоры, и вы будете хаять здоровый образ питания, потому что у вас ничего не получилось. А вот у тех, кто идет постепенным путем и слушает меня, у тех получается. Но им не все верят, да, и либо не верят, либо думают, что у них много силы воли. А у них на самом деле никакая не сила воли, а просто знание, как нужно внедрять в свою жизнь здоровое питание. Так вот, смотрите, объясняю причину, почему у вас не может получиться резкий переход в один день к здоровому питанию. Даже если вы прочитали очень умную книжку, да, в один вечер, и на следующее утро вы решаете, что вы будете совершенно другим человеком, вы будете питаться совершенно иным образом, но это останется только вашими благими намерениями. Ничего у вас не получится. Смотрите, что происходит сейчас с современными людьми. Написала себе небольшой план, чтобы не было сумбура, чтобы хоть как-то придерживаться какой-то стройной линии. Так, значит, смотрите, есть такая жуткая, жесткая и жестокая вещь, как история цивилизаций. Она действительно жуткая. Если вы отмотаете ленту назад, ну вот от сегодняшнего дня, да, в тех условиях, в которых мы живем. И я бы не назвала эти условия райскими, да, согласитесь, у нас очень много сейчас трудностей нашего времени, разного плана, не будем об этом подробно, да, но отмотайте историю назад, далеко, там, да, насколько сможете. Много ли у нас в истории, вот для большинства людей было таких периодов, когда у них было манна с небес падала, когда еда была всякая, в достатке, человек ел, что хотел, ему на все хватало его кошелька, и никогда не было нужды. Много ли было таких периодов? Вот я пыталась мотать, и понимаю, что таких периодов да практически и не было. То есть это было для какой-то там небольшой кучки, для знати, да, для власти, для избранных, богатых, высокопоставленных и так далее. Но основная эта часть людей, так как мы говорим, массы народные, это что они испытывали? То война, разруха, голод, голодомор, да, то какой-нибудь там рабовладельческий строй, когда там рабов, да, впроволодь держали, то эти крестьянские голод, когда вот нужно было там все сдавать в колхоз, да, а на своем подворье ничего не оставалось, то раскулачивание, то какие-нибудь дефициты, то обвалы, то какая-нибудь экономическая там яма и так далее, и так далее. Даже вот мы, да, мое поколение и поколение даже моих детей, мы тоже знали трудные периоды. Я помню эти талоны. Помните талоны, когда там пачку пшена, кусок мыла по талонам, да, и все.
не было там молока, чтобы ребенку маленькому сварить кашу. Занимали в 4 утра очередь за молоком, чтобы досталась какой-нибудь там порошковая бодяга какую-нибудь взять. То есть получается, что у нас в крови, начиная с наших родителей, дедов, прадедов и так далее, да, мотаете туда-назад, у нас вот это вот стремление быть сытым, оно всегда превалировало, оно всегда было преобладающим. Не быть голодным, получить как можно больше питания разнообразного, да, чтобы было вкусно, чтобы было сытно и чтобы было и полезно к тому же, да. Мы все время думали об этом. И вот эта шутка, злая шутка вот этих жестоких исторических событий сыграла с нами вот такую нехорошую роль, что мы стали помешаны просто на том, чтобы быть всегда сытыми. И это желание гипертрофировано. Мы слишком озабочены тем, чтобы быть все время сытыми. Хотя, если кто-то из вас внимательный человек и внимательно относится к своему питанию и к своим реакциям на свое питание, вот заметьте, когда вы набиваете себе полный живот вкусной какой-нибудь еды, там, не знаю, картошка, пюре, котлеты, какой-нибудь там десерт с кофе, да, вот вы наелись, набили животик, что вам хочется? Правильно, полежать, отдохнуть, подремать, никуда не двигаться. Вот сможете ли вы после такого набивания живота лезть на дерево, чтобы добыть себе какое-нибудь там яблоко сорвать, да? Сможете ли вы бежать за мамонтом? Вряд ли. Сможете ли вы там нырять куда-нибудь в озеро, чтобы поймать себе рыбу для пропитания и так далее, и так далее? Вы не сможете ничего этого сделать. То же самое вот в животном мире. Посмотрите на животный мир, на диких зверей, да? Когда они способны и когда они могут бежать и ловить свою еду, да, ну, там, других зверей, когда они голодные. Когда они голодные, они могут быстро бежать, у них есть энергия для того, чтобы утолить свой голод. Когда они сытые, они не будут бегать. Они будут лежать на солнышке и спать. Вот тоже вот. То же самое происходит с человеком. Мы настолько сейчас стали озабочены тем, чтобы быть всегда сытыми, чтобы желудок был всегда полон, чтобы получить максимальное количество питательных веществ. Да не дай бог, у нас будет там дефицит по белкам, по жирам. Не дай бог, да, мы должны быть по горло наполнены нашими микроэлементами, витаминами и прочее. Получается, что вот эта тенденция к постоянному насыщению, она стала вредить. Она стала просто вредить. Вот смотрите, возьмем такое распространенное заболевание. Вот сейчас ко мне приходят люди, у каждого второго панкреатит, даже у молодых. Что такое панкреатит? Это состояние, когда поджелудочная железа крякнула, да? У нее уже хроническое воспаление, она уже не может нормально функционировать. Что такое поджелудочная железа? Это очень маленький орган, но очень важный, который вырабатывает не только гормон инсулин, но еще и, заметьте, ферменты для расщепления ваших белков, жиров и углеводов. Почему поджелудочная железа крякает, простите, да, приходит в негодность? Да потому что вы ее насилуете непомерным употреблением всякой разной пищи, всех ваших белков, жиров и углеводов в большом количестве, с утра и до вечера, жор. Вы просто убиваете вашу поджелудочную железу. Поэтому я не удивляюсь, что приходят молодые, и у них уже непорядок, у них уже панкреатит, у них уже холецистит, у них уже гастрит, колит и так далее. Все это происходит именно из-за того, что пищеварительная система терпит огромную нагрузку, колоссальную, неестественную. Это ненормально, это неестественно для человека употреблять столько еды, сколько едят современные люди.
с раннего утра до позднего вечера, а то еще и ночью, первое, второе, и компот, и десерт, и давайте еще и с хлебом, и с гарниром, и еще и посложнее, и переслоить там майонезиком 7 слоев какого-нибудь неимоверного сложного салата. А эти походы в рестораны, когда подаются какие-то навороченные блюда, которые даже непонятно уже из чего сделаны. Вот что сделала история с людьми. Поскольку поглощение еды – это процесс, который действительно приносит удовольствие, то люди поскакали на этом удовольствии, как на лошадке, погоняя ее кнутиком. И вот и скачем, и доскакались до такого состояния, когда процессы пищеварения становятся основными в жизнедеятельности человека. А этого быть не должно. Я на этом настаиваю, что человек вообще-то был задуман и был создан и был привнесен на эту планету не для того, чтобы набивать свою утробу и думать только о том, где ему взять белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. Не для этого был создан человек. Явно для какой-то другой цели. Для какой, у меня есть очень четкое понимание этого. Но не будем об этом подробно, потому что у нас эфир «Как преодолеть жор». Так вот, подвожу теперь к самому главному. Что происходит в результате вот такого тотального увлечения едой? Происходит то, что организм перестает справляться с качественным выведением отходов от вот этого процесса пищеварения. То есть еда стала очень неестественной. Вот смотрите, как бы вполне естественно подойти к дереву, да, сорвать какой-то плод вкусный, съесть его, это очень естественно. Но очень неестественно представить себе, что можно куда-то подойти к какому-то кусту или дереву, сорвать оттуда сосиску или глазированный сырок или булочку, да, и все это съесть и запить колой. Это совершенно неестественная еда. То есть люди вообще ушли настолько далеко от естественных продуктов, что им даже в голову не приходит, что глазированный сырок на самом деле вообще не содержит в себе ни одного полезного вещества, который был бы необходим человеку, аж тем более и ребенку. Таким образом, кишечник человека, как основная выделительная система, перестает справляться вот с такой колоссальной нагрузкой и начинает загрязняться. Когда загрязняется кишечник, то загрязняется вся внутренняя среда человека, и все остальные органы приходят в ущербное состояние именно из-за загрязнения кишечника. Чтобы вы понимали, вот я сейчас, наверное, вам даже нарисую. Так, человек. Вот у нас человек, вот его туловище. Значит, здесь где-то там находится его желудок, да? Дальше идет тонкий кишечник, большая часть тонкого кишечника и толстый, через который, собственно, и выводятся отходы. Вот смотрите, вот эта вот завитушечка, да, тонкий кишечник, она очень-очень длинная в своем, по длине, если ее размотать, там, наверное, 10 метров, да, или даже больше этого тонкого кишечника. Вот что происходит в этом тонком кишечнике по всей его длине? Вы знаете, что происходит? Происходит именно то, о чем вы так переживаете. Происходит всасывание питательных веществ через стенки кишечника в кровеносное русло. Именно этим занимается тонкий кишечник. Стеночки кишечника очень тонкие, и они достаточно проходимы для того, чтобы все питательные вещества необходимые проникли в кровь. А кровь уже разносит дальше это по всем нашим клеткам, органам, тканям.
тканям и так далее. И таким образом мы напитываемся. Мы напитываемся. Но будет ли хорошо происходить вот это проникновение питательных веществ в кровь, если стенки кишечника изнутри грязные? Что значит грязные? Когда мы питаемся вот таким тяжелым современным образом, у нас в кишечнике постоянно идут два нехороших процесса – брожение и гниение. Результат этих процессов – это скопление очень неприятной, вонючей, токсичной слизи. И эта слизь имеет свойство, ну, она как клей. Она заклеивает стеночки кишечника. А если учесть, что стенки тонкого кишечника, они изнутри ворсинчатые, то есть они не гладкие, вот так, как бумага, да, они ворсинчатые, маленькие ворсиночки. И если учесть, что этот клей, он залепляет, загрязняет, да, все пространство, и ворсиночки в том числе, то получается, что площадь вот этой проходимости питательных веществ в кровь очень-очень сильно уменьшается. И вот здесь мы подходим к кульминационному моменту. Что происходит с нашим организмом, если он не получает достаточное количество питательных веществ? Но они просто выходят в унитаз. Вы едите много, да, всяко разно, питательно, полезно, но вы по большей части работаете на унитаз, потому что кишечник не пропускает питательные вещества в кровь, они выходят сюда вместе с испражнениями. Что происходит в организме? А происходит клеточное голодание. Ваши клетки недополучают питание, и они становятся хронически голодными. Что будет с человеком, если он будет хронически голодный? Ну, он заболеет, а может даже и умрет. Поэтому у вас начинаются различные хвори. Ваши суставы начинают болеть, потому что не хватает питания, недостаточно кровоснабжения. У вас отказывает там, не знаю, какая-нибудь... Ну, не отказывает, это я уж так слишком грубо, да, сказала. У вас начинаются проблемы, предположим, с печенью, да, или с почками, или с дыхательной системой, или еще с чем-нибудь. Почему? Откуда проблемы? Да потому что недокормленность органов. Органы не получают достаточно питательных веществ с кровью. Ну, плюс там еще другие есть проблемы. То, что очень часто бывают спазмы, пережатия, отеки, висцеральный жир. Это тоже все мешает, да, поступлению питательных веществ по кровеносным сосудом, но главное это, что у вас грязный кишечник, и вот тогда ваши клетки начинают орать. Что нужно клеткам для того, чтобы они были сытыми и чтобы человек был энергичный? Нужна глюкоза, нужна фруктоза, нужны углеводы. Клетки начинают орать: дайте мне энергию, дайте мне фруктозу, дайте мне глюкозу. И вы начинаете жрать, извините, да, булки, картошку, хлеб, мясо, ну, все подряд, да, все подряд, сладости и так далее. Вы начинаете делать мешанину. А что при этом происходит? Происходит снова загрязнение кишечника. И у вас получается замкнутый круг. Чем больше вы едите, тем больше загрязняется кишечник, тем меньше поступает питательных веществ в кровь через стенки кишечника, тем больше голодают ваши клетки, тем сильнее они кричат: «Дай нам жрать!» И тем больше вы опять едите, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая картина происходит у современных людей. Я теперь уже получается сколько? 6 лет назад, к счастью, выскочила из категории традиционно питающихся людей. Я сделала прорыв в этом направлении, но мой прорыв, как вы понимаете, он не занял один день. Он длился примерно 4 года, там 3-4 года. Я все это время совершенствовала свое питание, я стремилась к более естественному питанию. И на сегодняшний день я не могу пожаловаться ни на один свой орган, мне нет ни единой жалобы на какой-то
нехватку питательных веществ или нехватку еще чего-нибудь, я не знаю. У меня, мне все хватает. И вот сейчас я хочу прямо обернуться лицом к тому комментарию, который я прочитала вот под вчерашним постом. Пишет его Виктория. Я очень прониклась большой любовью к этой подписчице. Мы даже с ней уже общались лично. Она сейчас ждет ребеночка, но у нее уже есть дети. И поэтому, конечно же, она очень озабочена вот этой ситуацией. Она только недавно узнала, что, оказывается, все это время неправильно они питались и нажили себе проблем, в том числе и желудочно-кишечным трактом. И она говорит, что чем больше я узнаю, тем больше у меня паника. Виктория, я прекрасно вас понимаю, потому что когда я тоже когда-то узнала все это впервые, у меня тоже были бешеные глаза. Я думала, боже мой, как же мне теперь жить? Это получается, что я 53 года себя гробила питаниями, как же мне теперь отсюда вылезать? И вот, знаете, несмотря на то, что у вас сейчас паника, Виктория, я все-таки вам немножко завидую, потому что вы осознали это в молодом возрасте, и у вас еще есть куча времени, чтобы это все изменить потихонечку, да, постепенно, и для себя, и для деток, и для того, кто родится, ну, в общем, для всей своей семьи. А у меня, я узнала это 6 лет назад, да, мне было 53, и у меня уже запас времени-то гораздо меньше, чем у вас, но, тем не менее, мне все-таки что-то удалось. И я сейчас чувствую себя намного лучше, в разы лучше, даже несравнимо лучше по сравнению с тем, кем я была и чем я была, какой я была 6 лет назад. Ну, кто не видел, можете посмотреть до и после. Там очень все прям ярко выражено. Вот, значит, мы разобрались, да, с этим Жором. Спрашивается, что же теперь с ним делать, да, если мы узнали причину, как же нам теперь со всем этим быть, что делать? Так, ну, есть, наверное, примерно три основных мероприятия, да, скажем так, для того, чтобы с этим бороться. Ну, первое и основное, это, конечно, надо начинать менять питание. Я не говорю, заметьте, я не говорю, надо менять питание, к черту менять, да? Нет, не получится, потому что ваш организм привык за ваши цать лет, он привык питаться вот таким-то образом, да? Первое, второе, компот и так далее, все с хлебом. Поэтому поменять нахрен все не получится, поэтому нужно начинать менять. И вот Виктория как раз одна из тех, которая начала хотя бы менять завтраки и уже получила превосходные результаты. И вы можете почитать ее комментарии вот под тем постом, который вчера вышел. Вот. И таких людей немало, как Вика. И таких очень много идет за мной, которые начали уже понимать, что есть истина, да, что к чему. И не боятся, начинают менять потихонечку, аккуратно, но начинают менять. И уже на этих начальных даже этапах начинают получать положительные результаты. Конечно, вы понимаете, что в рамках одного эфира я не могу дать всеобъемлющее понимание, да, вот этой темы естественного питания и перехода на него. Потому что таких эфиров, наверное, нужно 1000 провести, чтобы что-то было понятно, как это все выстраивать системно. Но хотя бы что-то вот так по шажкам мы уже можем, да, предпринимать. Итак, первое – это начать менять питание. Это все-таки смотреть больше в сторону естественной еды, да, естественной. То есть такой, которая растет, такой, которая там плавает, да, я не про рыбку говорю, но не той, которая называется сосиски или глазированные сырки. То есть уводить потихонечку свою семью от неестественной еды и давать им вкусную, естественную еду. Сейчас позже проговорю, да, коснусь этого, как делать ее более вкусной. Это первое. То есть естественная еда будет содержать больше клетчатки,
растительные, поэтому вашим бактериям будет больше, чем питаться, поэтому, соответственно, у вас постепенно будет выращиваться и нормализовываться ваша здоровая микрофлора, а с патогенной микрофлорой надо потихонечку расставаться. И вот как раз расставаться с ней поможет вторая мера. А вторая мера – это очищение кишечника. Поймите, не обязательно фигачиться клизмами, да, там, или какие-то там жестокие шанг-пракшаланы делать. Вполне достаточно хотя бы один раз в месяц, хотя бы, да, для начала, принимать какое-то слабительное, которое вам по силам, вам по нутру, ну, вам по степени комфортности вам не противоречит, да, какую-нибудь таблеточку Синаде или чай из коры крушины. Ну, кто-то продвинутый может и сульфат магния принять, кто-то может принять касторку. Есть еще разные слабительные средства, они называются по-разному, какие-то чаи там всякие, да. Можно пропить даже этот, как она, лактулозу курсом. В общем, разные есть средства, но хотя бы раз в месяц нужно задуматься о том, чтобы хорошенечко почистить свой кишечник. И чтобы это было на регулярной основе, а не так, что, знаете, как мне очень часто пишут, приходят люди, да, ко мне и обращаются за консультациями или приходят на курсы, и в анкете вопрос есть, знакома ли вам практика очищения? Некоторые отвечают, да, мне знакома практика очищения. 8 лет назад я очищался с помощью, там делал тюбаш или там очищался по Семеновой. Вот человек 8 лет назад сделал одну процедуру, какой-нибудь там тюбаш по Залманову, а потом 8 лет вообще ничего не делал. Вы понимаете, о какой там чистоте кишечника можно говорить, если это промежуток, это считывается годами и чуть ли не десятилетиями. Вот, поэтому это, конечно, должно быть на регулярной основе. И чем более качественно и активно вы очищаете кишечник, вы же понимаете, тем более качественным становится питание, то есть проникновение, да, питательных веществ через стеночки кишечника в кровь. И вы сами не заметите, как постепенно у вас перестанет вас донимать вот это вот жор. Вот, это вот два основных мероприятия. И третье... такое дополнительное, я бы сказала, мероприятие, нужно применять какие-нибудь дополнительные инструменты к тому, чтобы не испытывать вот это чувство постоянного желания поесть. Но один из инструментов, вот я бы прям ему отдала первое место, это нагружать себя какими-то физическими практиками, духовными практиками, творческими практиками. Ну, то есть что? Заниматься какой-то хорошей, красивой, активной физкультурой, которая вам нравится, да, будь то лыжи, будь то ходьба с палками, будь то плавание, будь то йога, цигун, что угодно. Любые практики в режиме каждого дня, заметьте, а не 8 лет назад. Каждый день нужно выделять себе хотя бы полчаса для того, чтобы позаниматься каким-то любимым делом, которое будет разгонять вашу кровь, которое позволит задвигаться вашей лимфе, чтобы у вас все двигалось, чтобы нормальный был обмен веществ. Ведь если вы только едите и сидите, у вас же болото внутри, у вас же ничего там не двигается. Поэтому у вас запоры, поэтому у вас жир откладывается, поэтому у вас энергии нет. Физические практики, во-первых, отвлекают от чувства голода, во-вторых, дают энергию. Это вы только думаете, что если вы пошли по 5 километров с палками, вы растеряли энергию. Вы ее, может быть, чуть-чуть подрастеряли, потому что нужно было, да, это, ее тратить на ходьбу. Но дело в том, что она возвращается сторицей. Энергия возвращается человеку после занятий, и эта энергия наполняет его гораздо эффективнее, чем если бы он съел какую-нибудь там плюшку. То есть от плюшки он тоже получил бы энергию, но энергия от физических практик, она намного эффективнее, ну и, конечно же, полезнее. Дальше
духовные практики. Ну, здесь это тоже, конечно, широкий спектр, но, понимаете, вы должны чем-то заняться. Вы не должны прийти с работы и сесть тупо в телевизор и положить с собой гору бутербродов. Ну, надо как-то себя реализовывать. Как, зачем вы пришли на эту землю, да? Ну, не для того, чтобы смотреть телевизор. У меня, например, вообще его нет. Мне его некогда смотреть. Читайте книги хорошие, умные, да? Но если у вас интернет, ну, какие-то умные лекции находите. Шейте, вяжите, пишите картины, пишите стихи, книги. Я не знаю, занимайтесь чем-то. Занимайтесь медитацией, изучайте, ну, что у нас там еще есть духовных. Ну, не знаю, какие-нибудь, может, религиозные какие-то направления изучайте. Психология, астрология, не знаю, очень много всего, что можно изучать. То есть ваш мозг должен быть занят. Если ваш мозг тотально занят, у вас не будет возможности и времени пойти к холодильнику и забить свой рот там чем-то. Вот у меня, например, нет такого времени. Я с трудом выкраиваю время, чтобы там пойти поесть. Мне невозможно оторваться от работы. То есть занимайте себя делами. Ну и творчество, конечно, это все в этой же куче. Это вот еще одна сторона, да, того, как мы отвлекаемся от жора. Ну и есть еще практические рекомендации. Вот одна из них – это пить как можно больше вот таких вот целебных напитков, полезных, да. Всяких травяных чаев с медом, соков, воды с лимоном. То есть, чем больше вы пьете, тем больше вы отвлекаете себя от того, чтобы закинуться какой-то едой. Потому что жидкость, она, конечно, занимает какое-то пространство в желудке. И если вы понимаете, что у вас дофига лишнего веса, если вы понимаете, что пора пришла эту проблему как-то решать с весом, пейте, больше пейте. Это будет вас спасать. Ну, есть еще некоторые штучки. В частности, есть особая эфирная смесь эфирных масел, которая притупляет чувство голода. То есть это вот совершенно безобидная смесь. Если вот раньше были какие-то... ну, какие-то сомнительные пилюли, да, которые там якобы притупляли чувство голода, то вот здесь как раз нет никаких сомнений, потому что эфирное масло – это выжимка растения. То есть это натуральное, естественное вещество, которое можно безобидно применять. И вот у него есть свойство, у этой смеси, гасить голод, притуплять чувство голода. Ну и можно, если постараться, можно найти еще разные фишки. Например, пить пищевую глину, которая является адсорбентом и которая забирает на себе в желудочно-кишечном тракте, забирает на себя токсины. И потом они выводятся естественным путем вместе с испражнениями. Так вот, те, кто пьют пищевую глину, они тоже замечают, что она тоже в своем роде является, ну, таким притупителем голода. То есть есть способы, и их немало. И их нужно все применять комплексно. То есть, если вы будете только, скажем, пить одну глину, не делать больше ничего, не менять питание, не двигаться, не занимать свое время чем-то полезным, не сработает. Если вы будете пить эфирную смесь, которая притупляет чувство голода, но при этом будете просто сидеть у открытой дверцы холодильника и думать только о том, да, чтобы оттуда взять, не сработает и так далее. То есть комплексно все это делать нужно. И вот в том самом комментарии, с которого я начала свой эфир, да, женщина писала там про мою силу воли. Теперь вы понимаете, да, что это не сила воли, нет. Что там на овощах, какие овощи, нет, о чем вы? Она пишет, может быть, какая-то у вас есть группа, да, куда можно войти и вместе со всеми вот это вот все проходить, вот, да, учиться этому. А вот здесь она права. Да, есть группа, ну, точнее, не группа, вернее, да, группа. Это курсы, мои курсы, которые я набираю с периодичностью, там, скажем, раз в квартал примерно, да.
Вот осенью был курс, сейчас у нас будет зимний курс 7 февраля, где собирается группа людей, у которых общие цели, да, стать стройнее, убрать жор, наладить питание, избавиться от таких-таких-то неприятных симптомов, да, изменить свою внешность, стать более привлекательной и так далее. Вот мы объединяемся в такую группу, и мы целый месяц работаем как раз вот над этими всеми штучками-дрючками, да. Мы чистим кишечники, мы оттачиваем питание, и мы это делаем по правилам естественного питания. Мы применяем дополнительные инструменты, да, такие как глины, как эфирные масла. Мы привлекаем друг друга к различным рода физическим и практикам духовным и так далее. И все это длится месяц, и все это называется курс очищения организма. На этот зимний курс я уже набрала, который будет 7 февраля, я даже набрала больше, чем хотела. Поэтому я активно не буду сейчас призывать вас. То есть я-то думала, человек 50 у меня будет там, набралось уже 71, поэтому... Ну, поэтому особо сильно не зову, но если кто-то сильно хочет, я не смогу отказать, поэтому просто напишите мне в директ, если очень хотите, да, присоединиться к такой группе и получить вот эти нужные знания, напишите в директ, я думаю, что мы решим этот вопрос. Так, теперь я еще не сказала вот про что. Виктория писала в комментарии, что она переживает. Ну, в общем, она говорит? Что детки на самом деле очень полюбили фрукты, да, им нравится кушать фрукты, они делают это с удовольствием. Но ведь этого мало, говорит Виктория, ведь надо же дать что-то еще, ну, для того, чтобы были полезные питательные вещества. Вот здесь я уверяю вас, что, Виктория, это не вам решать. Не вы решаете, что нужно дать вашему ребенку. Он сам выберет прекрасно. Вот нужно доверять себе, нужно доверять своим детям. Кстати, дети – это самые верные маяки. Вот если ребенка с самого, с первых там месяцев жизни, когда уже начинается прикорм, давать ему натуральный прикорм, то есть яблочное пюре, там, да, сами ложечкой доскоблили в яблоки, еще какие-то фруктики, там все, он будет выбирать именно эту еду. Картинку видели, да, перед эфиром? Бабка там подходит кормить ребенка, да, кашей, а он затыкает рот. Вот у кого дети маленькие были, вспомните ваши первые прикормы, когда пошла каша. Вот наверняка большинство детей плюются от каш. Они просто ее выплевывают. Мои плевались. Вот яблочное пюре они не выплевывали. Какие-то ягодные пюре они не выплевывали. Они с удовольствием это ели. Но кашами, супами, с каким-нибудь там протертым мясом они плевались. Да, я даже помню и свое детство. Я ненавидела щи с каким-то там волокнистым мясом. Я ненавидела жареную рыбу, еще много чего там, что-то такое из традиционной еды. Я это ела просто потому, что меня заставляли. И говорили, ешь, это обязательно нужно есть с хлебом, иначе ты будешь болеть, и ты не вырастешь и так далее. И мы это ели сначала потому, что нас заставляли, а потом потому, что мы привыкли, и потому, что мы другой еды уже не знали. Хотя на самом деле у меня всегда была мечта есть одни фрукты, яблоки, клубнику, крыжовник, апельсины и так далее. То, что нам, в принципе, не особо-то и давали, потому что это не считалось едой. И когда 6 лет назад я прочитала книгу Марвы Оганян и узнала, что, оказывается, естественное питание – это по большей части питание фруктами, овощами, ну и там и другой растительной пищей, я сказала, блин, да ладно, неужели моя мечта сбудется? Неужели я под старость лет... Наконец-то смогу питаться так, как я хочу, а именно фруктами. И я начала отрываться. И вот у меня с тех пор я все еще отрываюсь, и я разорву каждого на куски моего оппонента, который скажет, что вредно есть фрукты на голодный желудок. Так вот, Виктория, еще раз обращаюсь к вам.
Не надо переживать о том, что дети останутся без питательных веществ, если они выбирают фрукты, если им нравится. Пусть они едят фрукты. Ваш ребенок всегда подскажет вам, что ему хочется. Если он захочет кашу с маслом, конечно, вы ему не откажете. Но если он ее не хочет, значит, что-то хочет другое. Попробуйте что-то другое. Так, еще был вопрос про орехи, там просили, да? Да, еще, Виктория, еще, да, один момент, что вы пишете, что вот они фрукты едят, а вот, допустим, там коктейли, смузи, проростки они не едят. Это значит, что вы просто не умеете делать вкусно. А вы делаете вкусно, тогда они будут это есть, смотря как это... Если это сделаете дикую мешанину, знаете, как там по 15 компонентов пихают в один смузи, а потом поди разберись, что там за вкус. Как организм будет разбираться со вкусом, если там вообще непонятно, там Чебурашкина еда, из чего он сделан? То ли там тыква, то ли там хурма, то ли там укроп, или там еще какие-нибудь семена, орехи. Зачем? Делайте простые, 2-3 компонента максимум, больше не надо. Делайте вкусно, и тогда будут дети это оценят. Рецептов тьма. Есть и у меня книга с рецептами, есть интернет, в котором много бесплатных рецептов. Ну, вот я сейчас всех активно приглашаю в свой чат Telegram, в котором тоже пытаюсь там по мере возможности давать рецепт, но дело в том, что я не человек рецептов. Понимаете, я предпочитаю питаться просто. Если я хочу яблоко, я буду есть яблоко. Я не буду делать из него смузи, я не буду класть его в блендер, смешивать с авокадо, с сельдереем, еще там с чем-нибудь я не буду. Я просто возьму стебель сельдерея и буду его есть там с чем-нибудь, с чем я хочу. Просто, поэтому рецепты, это к этому нужно быть расположенным, а у меня для этого нет времени. Но тем не менее, для детей, я думаю, можно постараться, чтобы было вкусно. Так, вижу вопросы, да. Про то, не вредна ли фруктоза, я уже делала эфир. Пожалуйста, найдите у меня в ленте фото с названием «Про фрукты». Что, по-моему, так было. И там эфир про фрукты, там все это сказано. Отвечаю тому, кто сейчас заболел, да, температура 38, что срочно сделать? Срочно очистите кишечник. Вот возьмите пакетик сульфата магния, растворите его в воде, выпейте и сделайте себе 3-литровую банку травяного чая, любого, и пейте его, выжимайте туда сок лимона, сок апельсина, кладите мед и пейте это. Вам нужно просто прокакаться, пропиться, и у вас сразу облегчится ваше состояние, температура снимется и все. Вот давайте теперь про орехи. Вопросов много, наверное, не смогу просто все их объять. Про орехи. Вот просили, у меня спрашивали, много ли я ем орехов, и они же тяжелые, туда-сюда. Значит, смотрите, орехи. Что семена, что орехи, один черт. Если вы их просто берете, да, и жуете, и глотаете, то почти вся польза выходит в унитаз, потому что наш организм, наша пищеварительная система не умеет расщеплять орехи. Ну вот не поленитесь, извините, что это говорю, но пощупайте ваш кал после того, как вы поели много орехов. Вы нащупаете вот эти вот самые катышки орехов, да, вот эти вот крошечки в неизменном виде. Организм не может с ними ничего сделать. Поэтому, если вы хотите получать из орехов пользу, делайте из них молоко или хотя бы просто перемалывайте в кофемолке и добавляйте туда, куда считаете нужным. Хоть в кашу, хоть в салат, хоть там какой-то хлеб, может, вы делаете или что-то еще, или десерт, или в смузи. Это можно. Вот. Но если вы просто едите орехи и вот прямо вот горстями, там, стаканами их едите, просто забиваете кишечник, захламляете его, ему тяжело будет какать потом, вот, и пользы будет ноль. Так что к орехам подход вот только такой, я признаю. И я раньше их ела достаточно много, но скоро они мне надоели. И сейчас я их ем только в виде молока, которое добавляю в смузи. Ну, либо это утром в кофе миндальное молоко, либо это смузи, какое-то там тоже ореховое молоко. Так, какие еще вопросы?
стоит ли глютен исключать всем или только тем, кто его не переносит. Да, вот эта вот байка про глютен, это знаете что? Не, он, конечно, да, он в избытке-то, его лучше не надо, потому что это действительно провокация на аутоиммунные заболевания. Если вы вообще не стоите рядом никак к аутоиммунным заболеваниям, да, и с вами все относительно здорово, даже не думайте о том, что он вам вреден. Не покупайте вот эти безглютеновые какие-то там штучки-дрючки. Вот сами подумайте, как можно глютен извлечь из продукта. Это только маркетинговый ход. Вот. А если у вас аутоиммунка уже есть, да, неважно что, щитовидка, там, псориаз или что-то, лучше вам вообще исключать все, что касается глютена. Все мучное, все крупы, практически все. По-моему, только в пшене, что ли, его нет. Вот. Лучше исключать. Но это такая уже подробная история. Можно ли орехи есть с фруктами утром? Ну, если вы их перемололи, да, сделали молоко, то да. А если в таком смешанном виде? Нет, ну, конечно, проскочит, ничего, но как бы пользы не особо. Так, про температуру сказала. Да, ну, как я стала, как мы на ноги быстро встаем, да, ну, мы вот очищаем кишечник, пропиваемся, а потом пьем теперь уже эфирные масла, раньше не знала про них, теперь... Пьем эфирные масла. Если нужны подробности, какие, сколько, чего, я от сторис, конечно, давала эту историю, эти подробности, но сейчас уже информация, наверное, ушла, поэтому, если нужно, запросите меня в директ, я вам дам ну, протокол или схему, да, какие масла, как применять. Так, ну, посмотрю, что я еще не светила. Нет, вроде бы все сказала. Да, ребят, я все сказала. Я благодарна вам, что вы в количестве 100 человек сегодня внимательно меня слушали. И еще в количестве, там, наверное, раз в 10 больше будут слушать запись. И еще будет запись на Ютубе. Это только малая часть того, что я хотела бы вам сказать, да, донести. Поэтому оставайтесь со мной, следите за моими постами, следите за сторис, за эфирами. Обратите внимание на ссылку в шапке, потому что по этой ссылке вы можете посмотреть на все продукты, которые я могу предложить. Это и книги, это курсы, это записи каких-то тренингов. Там вся информация направлена именно на то, как сделать свое питание более здоровым, как перестать обжираться, как... нормализовать свой вес, да, как улучшиться внешне и внутренне, как научиться очищать свой организм и так далее, и так далее, и так далее. Много-много самых разных как. Спасибо вам большое, что вы были сегодня на эфире. Я надолго не прощаюсь, я по-прежнему планирую, что они у нас будут регулярными, и уж раз в неделю-то точно, поэтому до скорой встречи. Спасибо вам, хорошего дня всем.